здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube какая же я балда вот понимаете когда рассады много носишься от окна к окну там в вспотели надо дырочки проколоть там еще что-то не так у землянички И я забыла про эти помидоры скажите пожалуйста а знаете ли вы а что нужно сделать чтобы помидор был сладким ну да, я слышу ваши неправильные ответы. Кто-то сказал дать калия побольше, кто-то сказал э, еще что-то там подобное, питание там неправильное, от сорта зависит, вы знаете, зависит и от калия зависит. Но больше всего зависит от количества солнца, которые, которые плоды бы увидели и почувствовали на себе вот это солнце, вот это летнее, палящее, горячее. Только тогда томат будет сладким. И послушайте меня, ранний посев, который... Я считаю, что он крайне необходим в Сибири. У нас лето очень короткое. И к моменту, когда у нас в июне месяце начинается длинный световой день, то есть солнца очень много, много столько, что уже плоды должны висеть в это время. Тогда только томаты сладкими станут, когда получат много солнца. А вы как думали, а ягодка у нас, почему принята ягода все-таки одноразово плодоносящая? Потому что она попадает под июлькое солнце. Она очень сладкая и душистая. А почему ремонтантные с такой неохотой приживаются на наших а, огородах и участках? Да потому что второй урожай ягоды попадает именно на конец августа, сентябрь, когда снова короткий световой день. И солнца уже мало. А помидоры, перцы и баклажаны, которые вы сеете, мама дорогая, как я люблю говорить, э э э в марте месяце, они у вас только в конце июля, в августе начинают плодоносить. Какое солнце вы для них приготовили. Поэтому желательно бы высаживать томаты, чтобы у них была первая цветочная кисть, цветущая, высокорослые, низкорослые, разницы нет. Чем чем лучше расцветет эта первая кисть, тем больше гарантии, что у вас томатов будет много. И они будут сладкие. Вот на сегодня я больше ругаться не буду. Клянусь, правда не буду. Я хочу сказать, что <связать> все спрашивают, чем подкормить рассаду сейчас, прям сию минуту. Но если вот она не дохлая, ну чуть-чуть там вот есть по сорту, это у нас кто тут... М это, конечно, юбилейная Тарасенко. Ну да, высокорослые, видите, как крайние прям э, вылезли. Они стоят под лампой, у них одинаковые условия. Но, э, вероятнее всего, э, подкормка, помните, которую мы поливали, да? Почву перед посевом, она сработала. И этого пока достаточно. Как только у них появится один Два настоящих листа. Ваша задача взять стакан воды комнатной температуры, можно кипяченой, и добавить туда 5 капель нашатырного спирта. И полить свои растения, но только поливать не вот сюда поверху, а вот туда, вот в этот контейнер. Видите? Вот туда надо налить, вот там водичка, которая осталась от полива утром. Значит, вот такие контейнеры, если они у вас тоже есть, нужно просто вытащить из этой фольговки, поставить в чашку с водой, вылить туда стакан а, разведенного, это 5 капель на 200 грамм воды шатерного спирта, и напоить. Можно наливать, в принципе, сюда, тут не протекает, но лучше, если через контейнер. Почему закрыто фольгой? Да потому что э, у этих растений корни должны находиться на зи там в земле, глубоко. А э, фольга еще и отражает свет. И это замечательно. Она как дополнительная лампочка для других растений. Ну вот пока про помидоры это все. Я надеюсь, что у нас уже э, март наступил, и вы уже 7 марта отсеете все свои томатики. И такие, и такие тоже. Желаю вам успехов, благополучия, конечно, здоровья. Всегда с вами, тетя Таня.